Положите большой поп-ит на плоскую поверхность. Посыпьте его сахаром, формируя цифру 5. Аккуратно, вот так. Затем растапливаем сахар и даем ему застыть. Не открывай глаза! С днем рождения, дорогая! Вау! Уже не терпится съесть. Ого, этот парень может говорить. В его словах нет никакого смысла. Очень важно, чтобы вы это выучили. Это будет в контрольной. Я слышу только бла-бла-бла. Я знаю, что сделает урок интереснее. Снеки. Пока слушал, проголодался. Фу, сладкая-сладкая конфетка. Стойте! Мне послышалось, или кто-то шуршит фантиками? Приятного мне аппетита. И что ты, по-твоему, делаешь? Не круто, бро. Ты знаешь правила? Никаких снеков в классе. Это я забираю. И все остальное тоже. Что поделать? Проверим, настоящие ли конфеты. О, да, 100% сахар. На чем это я? Ладно, снеки запрещены. Но про газировку он ничего не говорил. То, что нужно. На этот раз я буду осторожнее. Надо ее спрятать. Он понятия не имеет. Стойте. Куда он делся? О, в смысле? Как? Думаю, это мое. Как вы там оказались? Последнее предупреждение, Алекс. Отвернулся. Надо действовать быстро. Даже не смей. Что? Признай, я слишком хорош. Я с этим разберусь. Я был так близко, почти попробовал. Я за тобой слежу. Блин, а он лютый. Ладно, больше не буду. Погодите, мой клей. У меня есть идея. Думаю, это мне пригодится. Сначала уберем весь клей и промоем сам тюбик. Далее берем любимые конфетки. Спрессовываем их вместе. Нужно сформировать конфетный шар. Вдавливаем в него тюбик, чтобы вырезать частичку шара. Теперь аккуратно убираем остатки конфеты. Оставим это на потом. У нас получился сладкий карандаш. Покрутите тюбик, чтобы выдавить конфету. Все так, как я и планировал. А самое классное то, что никто ничего не заподозрит. Вкуснятина. Секундочку. Откуда этот восхитительный запах? Опять? Пахнет конфетами? Что? Нет, я об этом и не мечтал. Что-то я тебе не верю. Надо получше все рассмотреть. Да пожалуйста, тут ничего нет. Это просто мой обычный старый клей-карандаш. Неужели? Кажется, он не врет. Конфет не вижу. Что ж, наверное, я ошибся. Похоже на то. Если вы не против, мне тут надо кое-что приклеить. Как вкусно. А этот урок не такой уж и скучный. Ты в порядке, Майлз? У меня болит палец. Посмотри. Ты такой смелый. Я знаю. Так красиво. Мы вместе пережили много хороших моментов. Хорошо. Не волнуйся, предоставь это мне. Это развеселит Майлза. Я куплю его любимые конфеты. Не могу дождаться, чтобы увидеть выражение его лица. Он будет так удивлен. О, теперь моя очередь. Я так взволнована. Вы можете мне помочь? Вы мой следующий пациент? Подождите. В этой больнице есть одно правило. И оно очень простое. Никаких конфет. Братан, у меня их нет. Вы уверены в этом? Я найду их. Меня не проведешь. Я похож на того, кто ест конфеты? Я за протеиновые коктейли. Видишь, никаких конфет. Отличные мышцы. Продемонстрируйте бицепсы. Ага, конфеты! Я так и знал! Вон отсюда! Понял. Ух ты, он действительно не любит конфеты. А нет, мы влипли. Крепко влипли. О, отвратительно. Ну же, у меня много работы. Следующий! О нет, о нет! Следующий! О, в чем ее проблема? Неважно. Вау, это было сильно. Он такой страшный. Подождите. Думаю, я знаю, что делать. Это может сработать. О, ты вернулась. Дай мне секунду. Мне нужно убедиться, что у тебя нет конфет. У тебя ведь их нет? Нет, что вы? Сейчас мы все узнаем. Не шевелись. А это обязательно? А, немного холодно. Вы закончили? У тебя учащенное сердцебиение, как будто ты что-то скрываешь. Но что? Сейчас посмотрим. Ладно, пока все хорошо. Все в порядке.
Подождите! Что это? Это тропическая юбка. Мне нравится. Да, думаю, ты не соврала. Можешь идти. Что? Правда? Фух! Я бы отлично смотрелся в этой юбке. Та-да! Джули? А на что я должен смотреть? Сейчас я тебе покажу. Это необычная юбка. Ух ты! Дай мне! Дай! Вкуснятина! Я так счастлив! Тут много конфет. Ух ты! Ты лучшая, Джули! Это так вкусно! О, еще один идеальный школьный день. Простите, я опоздал. Почему вы на меня так смотрите? Что? Что это? Леденец? Да, со вкусом клубники. Что? Что вы делаете? Дай сюда. Ха, очень смешно. Подождите, серьезно? Нет, прекратите. Дай сюда леденец. Немедленно. Отпусти. Ни за что. Исчез. Он волшебник. Эй, никаких конфет на уроке. О чем вы говорите? Я думала, это шутка. Все равно у меня нет конфет. Посмотрим. Я знаю, что ты что-то скрываешь. Где они? Перестань сопротивляться. Нет! Мои любимые конфеты! Какой ужас! Вы злой. Да, я злой, но ты знаешь правила. Ха-ха, это мое, все мое. Удачи тебе. Хм. Что здесь происходит? Кажется, вы заняли мое место. Уходите. А, опять не получилось, но попробовать стоило. Вот, пожалуйста. Что-то забыли? О, точно. Мне пора. Туалеты сами себя не почистят. Но я возьму это с собой. Я заслужил. Увидимся. Невероятно. Это уже четвертый раз за неделю. Начнем? Что только что произошло? Я ничего не понял. И очень хочу есть. Но у меня ничего нет. Хм, в общем, давайте начнем урок. Вот первый пример. Как думаете, сможете его решить? Хм, это сложный пример. Подождите. Мел? Подождите, точно! Пора приступать к готовке. Я положу шоколадные дропсы в кастрюлю. Теперь я увеличу огонь. Я хочу растопить шоколад. Ммм, выглядит аппетитно. Теперь я наберу шоколад в шприц. Так будет намного проще. Я хочу налить шоколад в соломинку. Вот так. Получается. Еще немного. Этого должно хватить. Теперь я буду ждать, пока шоколад застынет. Прошло достаточно времени. Мне нужно разрезать соломинку. Это острый нож. Легко и просто. Теперь я могу убрать соломинку. Ух ты! У меня есть шоколадная палочка. Она похожа на мел. О, кажется, мел закончился. Я больше не могу им пользоваться. Я думала, у меня еще есть запасы. А, вот. Он так хорошо пахнет. Мне это нужно. Подождите, что? Нет! Я не думаю, что это хорошая идея. Это подойдет. А? Мел не пишет. Что не так? Погодите-ка. Это шоколад? Ух ты! Отлично! Я хочу еще! Ням, ням! Обожаю шоколад! Ха, что это? Это должно быть весело! Надеюсь, вам нравятся фокусы! Ап! Роза для дамы! Круто, да? Скукотища! Я засыпаю! Это мой шанс! Нужно действовать тихо! Я не хочу будить папу. Он спит как младенец. А, какая громкая молния. Фух, я почти открыла его. Ммм, жвачка. Моя любимая. Оу, куда он делся? Пс, я тут. А, наверное, показалось. Время наслаждаться жвачкой. Хм. Тут кто-то есть? Откуда это взялось? Я так разочарован. Это я заберу. Нет, не надо. Подождите, так даже проще. На-на. Похитители жвачки. Хм, и что в этом такого хорошего? Это мое. Нет, уже не твое. Я попробую. О, с фруктовым вкусом. Неплохо. Подождите. Вау, это вкусовая сенсация. Мне нравится. Нет, он ест мою жвачку, как он мог. Погодите-ка, это удобно. А-а-а,
хочу спать. Ух ты, я понятия не имею, как это получилось. Нельзя, чтобы папа это увидел. Ух ты, посмотрите на это. Какая длинная. А? Странно. Так близко. Что происходит? Не так быстро. О, нет, не надо. Отдай. У меня почти получилось. Больше жвачки для меня. Интересно, какой это вкус. Хе-хе, забавно. Я могу делать это весь день. Вкуснятина. Это так раздражает. Что же, у меня осталась одна жвачка. Я не хочу ее потерять. Подождите, я знаю, что делать. Мне нужно дождаться подходящего момента. Сейчас я выдаю пузырь. Самый большой пузырь в мире. О, все теперь липкое. Сейчас, вот оно. Я положу жвачку в диспенсер для скотча. Что здесь происходит? У тебя же нет жвачки. Не-а, ничего нет. Смотри, здесь ничего нет. Никакой жвачки. Что это? Просто растение. Тут пусто. Я же сказала. Думаю, ты говорила правду. Хорошо. Фух, наконец-то он ушел. Не могу дождаться, чтобы попробовать жвачку. Идеальный размер. Это стоило ожидания. Очень вкусно. Думаю, пора делать домашнее задание. Эта книга такая непонятная, будто написана на другом языке. Отлично, мама ушла. Оказывается, книги все-таки пригождаются. Подождите, это шуршала упаковка конфет? О, лучше возьми вот это. Серьезно? Да, в доме запрещены конфеты. Это отвратительно. Бэ. К счастью, я все продумал. Что ты сказал? Я просто интересуюсь растениями. Она поверила. Это мой аварийный запас конфет. Я положу салат сюда. Как вообще можно это есть? Что за... Майлз! Оу! Я просто пересаживаю растения. Вот так. Я рада, что у тебя есть хобби. О, так я никогда не съем конфеты. Мама все видит. Оу, я знаю. Чуть не забыл. Моя любимая шоколадка. О, как красиво! Какая пыльная ваза. Нет! Положи шоколадку. Есть! Нет! О, это не салат. Упс. Никаких конфет. Я серьезно. Ладно, я съем салат. Так-то лучше. Молодец. Это ужасно. Я же не кролик. По крайней мере, у меня есть ее. Вот так. Подождите. У меня появилась идея. Пора приступать к работе. Я сниму верхнюю часть с ее. Вот так. Потом я наполню ее конфетами. Тут их никто не найдет. Этого должно хватить. Теперь я могу вернуть верхнюю часть обратно. Это просто. Что ты делаешь? А, привет, мам. Просто отрабатываю навыки игры в ее. Ау, ну да. Однажды ты станешь профессионалом. Я верю в тебя. Продолжай в том же духе, дорогой. Ха, она поверила. Думаю, я заслужил угощение. Как вкусно. Я так по вам скучал. Вау, здорово. Да, а это можно выбросить. Ну, приветики. Ты такой сочный и оранжевый. Ты мой. Приятного аппетита. А? Этого я не ожидала. Ничего не понимаю. Что-то не так? Беби, ты не сможешь меня съесть. Это еще не конец, апельсинка. У меня всегда есть запасной план. Я так просто не сдамся. Этот сладенький фрукт будет моим. С минуты на минуту. Знаете, мне начинает казаться, что это не работает. Вернемся к истокам. Ну почему это так сложно? Сделаем этот процесс еще интереснее. Получай. Это было подло. Я тебя ненавижу. А? Поймала. Что случилось, зайка? Не плачь. А? Не волнуйся, я этим займусь. Положим апельсин на разделочную доску. Затем разрежем его пополам. А теперь самое интересное. Надавливаем на краешки кожуры, чтобы разрыхлить мякоть апельсина по всему кругу. Оттягиваем кожуру по мере продвижения, выворачивая мякоть наружу. Свеженький. Держи, Жасмин. Ух ты, что это за колдовство? Как вкусно! Ожидание того стоило. Спасибо, мамочка. Это еще не все. Вау, ты лучшая, мам.
Это так мило, но, полагаю, ты права. Люблю тебя, зайка. Секундочку. Фу, косточка. Подождите. По-твоему, это смешно, да? О, да. Бе-бе-бе. Уже видела. Нет, что еще показывают? Интересно. Эй, мама, мам, эй, посмотри на меня. Очень красиво, зайка. Теперь дай маме посмотреть свои передачи. Бонжур, мои гурманчики. У меня есть для вас кое-что особенное. Это восхитительное блюдо, которое побалует ваши вкусовые рецепторы. Это всеми любимая закуска — шоколад. Только взгляните. Разве может быть что-то лучше? Великолепно. Мне знаком этот повар. Мама никогда не веселится. Мне это надоело. О, это помада? Внезапно все стало намного интереснее. Наверное, мне нельзя, но... Что может случиться? Я буду такой красивой, прямо как модель. Эй, Жасмин, ты должна увидеть это шоу. Жасмин? Выглядит хорошо и на вкус тоже неплохо. Хочу еще. Нет! А? Что происходит? Нет, не ешь это. А, это что-то новенькое. Подождите, мне нужно поправить мои великолепные усы. Я создам для вас особенное творение своими талантливыми руками. Разломаем шоколад на кусочки, затем положим его на ложку. Держим ложку над свечой, осторожно нагреваем, пока шоколад не расплавится. Это не займет много времени, вот и все. Свеча нам больше не нужна. Теперь перельем шоколад в тюбик для помады, предварительно очищенный. Наполняем до самого верха. Не пролейте. После этого остается дождаться, пока он застынет. Кажется, готово. У нас получилась съедобная помада. У меня снова получилось. Я дарю ее вам. Она точно вам понравится. Лови! Вау, это было потрясающе. Ух ты, этот повар, несомненно, изобретателен. Можно посмотреть? Секундочку. Ух ты, выглядит как помада. Устоять невозможно. Эй, мам, давай ее сюда. О, точно, конечно. Вау, такая помада мне нравится. Надеюсь, на вкус она так же хороша, как и на вид. Была не была? Вкусно. Я могу есть это весь день. О, чуть не забыла. Ты прекрасно выглядишь, милая. Я думала, конец будет счастливым. Что? Мам, история должна закончиться не так. Пора спать, зайка. Я хочу знать, что дальше. Извини, Жасмин, завтра дочитаем. Прошу прощения, тебе пора спать. Смотри, кто у меня есть. Я недовольна этой ситуацией. Остается только одно. Истерика! О, мои уши! Я хочу узнать конец! Ой, что я наделала? Мишка, прости. Ты закончила? Мишка, он ранен. Все в порядке, милая, я постараюсь его вылечить. Это может быть сложнее, чем я думала. О, нет, это немного пугает. С ним все будет в порядке? Я работаю над этим, попробуем еще раз. Подождите, придумала. Мишутку ждет преображение. Отсоединим руки и ноги. Туловище нам не пригодится, но его нужно чем-то заменить. Надо подумать. Точно, мне понадобится эта подушка. Но я на ней сплю. Теперь это Мишкина. Поверь, я знаю, что я делаю. Берем клеевой пистолет, наносим клей по центру подушки. Этого будет достаточно. Теперь берем голову Мишутки и приклеиваем ее к подушке. Затем то же самое сделаем с руками. И, наконец, ногами. О, выглядит уютно. О, Жасмин, взгляни на это. Мишутка будет с тобой каждую ночь. Ух ты, Мишка, ты вернулся. Обними меня, я так скучала. О, она такая очаровательная. Пора спать. Сладких снов, зайка. Я так скучал по тебе. Правда? Это так мило. Я весь день о тебе думал. Ты – смысл моей жизни. Ты такой романтик. Я хочу всегда быть рядом с тобой. А я мечтаю всегда быть с тобой. Ты – мое счастье. Поцелуй меня.
Фу, прекратите. Вот это намного важнее. Уэнсдей перешла все границы. Доставьте ее ко мне. Я хорошо заплачу. А что касается вас, влюбленной пташки, смотрите у меня. Она может грозиться, но ей не помешать нашей любви. На чем мы остановились? Думаю, ты собирался меня поцеловать. Уэнсдей знает, как испортить важный момент, но сейчас здесь только ты и я. И мне это нравится. Я всегда таю от твоих слов. Мы не должны терять времени. Ты словно читаешь мои мысли. Иди сюда. Не обращай внимания. Змеи! Извини, я должен был тебе сказать. Надеюсь, никто этого не видел. Это будет наш маленький секрет. Мне нужно беречь репутацию. Ага. О, ты само очарование. Ага. А теперь завершим наш поцелуй. Постой, что это? Ты тоже это видишь, да? Не обращайте внимания. Ага. Твоя подружка зависла. Такое не каждый день увидишь. Ах, не дождаться мне поцелуя. Привет, вещь. Как дела? О, я просто смотрю на работу маляра. В этом есть что-то успокаивающее. А еще это шанс повеселиться. Ты знаешь, что делать. Нужно действовать быстро. Нельзя, чтобы он тебя увидел. Вот так. Кинь кошелек в его сторону. Так, чтобы он его заметил. А? Что это было? Ого, кошелек. Сегодня мне везет. Я это возьму. Эй, а ну вернись. Как странно. Попробуем еще раз. О, почти удалось. Тебе так просто от меня не уйти. А ну-ка, не двигайся. Опять вырвался. Не бойся, кошелечек, я твой друг. Наконец-то он ушел. А вот теперь начинается веселье. Нужно нагреть краску. Поймал. Оно того стоило. Нужно, чтобы она засохла. Еще немножко. Отлично. У меня талант к работе с феном. Но я еще не закончила. Вынем сухую краску из ведерка и поставим внутрь банки с газировкой. Нужно, чтобы все выглядело убедительно, а не удержат засохшую краску наверху. Нельзя, чтобы она оказалась на дне. Добавим еще несколько. Окей, достаточно. Теперь возвращаем краску в ведро. О, какой чудесный день. Интересно, маляр уже закончил работу? Нужно посмотреть. О, вот вы где. О, что вы делаете? Тут еще столько работы. Сейчас так трудно найти хороших мастеров. Возьмите эту кисть и... Что? Все идет по плану. Эй, стоп! А ну вернись сейчас же! Куда же ты? Не смей вот так уходить! Вещь, ты здесь? Я захожу. Не бойся, никто меня не видел. Где ты? Как бы мне разыграть директрису? Надо подумать, тут нужно что-то хорошее. Здесь столько вещей, которые можно использовать. Трудно решить. Вещь, ты где? Мне нужна помощь. Эта штука только что двинулась. Ага, вот ты где. Какие хорошие приколы ты знаешь? У меня закончились идеи. Что такое? Вот здесь? Хорошо. Полагаюсь на твой опыт. Постойте. Ты можешь бежать, но тебе не спрятаться. Я знала, что найду тебя рано или поздно. У тебя большие проблемы, Уэнсдей Адамс. О, да? Это плохо. Такого нельзя допустить. Минуту. Я знаю, что делать. Мне нужны вот эти кабели. Прикрепляем их к дверной ручке. А теперь остается ждать. Тебе от меня не скрыться. Что бы я без тебя делала? Мы отличная команда. Дай 5. А теперь уходим. Уэнсдей, где ты? Покажись. Обещаю отнестись к тебе справедливо. Ты сама делаешь себе хуже. Ну, только попадись мне. Я все равно тебя найду. Какой вкусный леденец. Думаю, я это заслужила. Разыграть директрису — дело не из легких. О, это ты, вещь. Она идет сюда? Нужно спрятаться. Нет, не сюда. Уэнсдей, выходи, где бы ты ни пряталась. Нужно что-то делать. А? И зачем мне это? О, понятно, нужно торопиться. Я знаю, она рядом. И я это чувствую. Я думала, она здесь. Странно.
Похоже, я ошиблась. Ну что ж, я отлично выгляжу. Какой замечательный леденец. Нужно еще купить. Надо, чтобы дети знали, в моей школе сладости запрещены. Обожаю портить им настроение. Раз уж я здесь, пора ответить зову природы. О, я весь день терпела. Кажется, я тут надолго. Ну же! Не стоило мне есть суши на заправке! О, ну и вонь. О, наконец-то! О, у меня больше нет сил. Я даже стала легче. Не советую после меня сюда заходить. Как хорошо, что меня никто не слышал. На мне перчатки, мне не нужно мыть руки. Пора заняться делами. Минутку. Это леденец? Откуда он здесь взялся? Есть только одно объяснение. Пришельцы или Уэнсдей? Ай! Чуть не попалась, но все же она меня не увидела. Ей точно нужно есть больше клетчатки. Я своим глазам не поверила. Серьезно, после нее пришлось закрыть туалет. Правда? Им пришлось убирать его в спецкостюмах. Хорошо, что меня там не было. Что здесь творится? Ничего, честно. Постойте, это не научная лаборатория. Где Уэнсдей? Она ушла? Вау! Ничего себе! Уэнсдей? Она самая. И я принесла конфеты. Угощайтесь. Ого, смотрится так классно! Чего же мы ждем? Дай мне! Подвинься! Устроим конфетный дождь! Да! Ты супер! Я знаю. Не забудь оставить конфеты для вещи. Он любит маршмеллоу и очень разозлится, если вы их все съедите. Интересно. Ясно. Он такой умный и милый. Эй! Это тебе. Позвони мне. Что? Ты серьезно? Я, наверное, пас. Что? Что-то не так? Она возомнила себя особенно с этим макияжем. Нечестно. В школу нельзя краситься. Кажется, к уроку все готово. Занятие будет очень насыщенным. О! Осторожно! Смотри, куда идешь. Смотри, что ты наделала. Я случайно. Простите. А, молодежь. А? Что это? Это не мое. Но теперь уже мое. Лимонад и сладости. Привет, что для вас? Можно мне конфеты? Конечно, но надо заплатить. Ага, точно. Конечно. Стойте. Я, кажется, выронила деньги. Этот день становится все хуже. Нет денег, нет конфет. Прости, шагай. Но почему это вечно со мной происходит? Надо расслабиться. Эй, что делаешь? Надеюсь, ты не забудешь убраться. Мама разозлится, если увидит тут беспорядок. Стойте. Кажется, у меня есть идея. Да. Думаю, это сработает. Одолжу-ка я это. Вырежем из пенопласта отпечаток ноги. Чередуем цвета. И сложим отпечатки друг на друга. Проклеим каждый слой с помощью клеевого пистолета. Нанесем клей на верхний слой. Полностью покрываем поверхность. Ждем, пока клей высохнет. Затем сделаем небольшую прорезь сбоку. Делаем углубление и прикрепляем коробочку. Получился отличный тайник для денег. Значит, я их больше никогда не потеряю. О, ты вернулась. Надеюсь, на этот раз у тебя есть деньги. Не беспокойтесь. Сейчас достану. О, зеленый мой любимый цвет. Вот твоя конфетка. Правил много не бывает. Этим детям нужна дисциплина. Особенно Минди. О, привет. Нет, подойди. Ты заставляешь меня нервничать. У меня для вас кое-что есть. Это мой способ извиниться. Надеюсь, вы любите сладкое. Держите. Правда? Это мне? Может, ты не такая уж и плохая? Так, потусуемся после уроков. А? Привет, я вернулась. Упс. Классные шлепки, Минди. Такие яркие.
и правда красивые. Это не просто шлепки. Зацените. У меня тут все, что нужно. Даже блеск для губ. Никогда не знаешь, где он может пригодиться. Мой любимый оттенок. Классно выглядишь, Минди. Ау, это так мило. Правда. Ты сегодня занята? Может, сходим в кино или еще куда? С радостью. У тебя ведь есть мой номер? Ого, какой интересный урок. Увидите, ребята, все очень просто. И правда. А, это Венди. Как жизнь, ботанка? Поверить не могу, что мы сидим вместе. Ага. Откройте учебники на странице 14. А, ненавижу этот урок. Пора перекусить. Обожаю шоколад. Будет вкусненько. Что ты делаешь? Ты забыла, что на уроке есть нельзя? Я голодная. О, да, как вкусно. Глазам не верю. Что происходит? Она ест шока... Стойте. Я точно это видела. Приглядывайте за ней, она пронырливая. Венди, это не смешно. Как странно. Наверное, мне показалось. Это мой шанс. Я переберегла эти чипсы. О, серьезно? Да ты издеваешься. Наверное, вкусные. Вкуснятина. Это безумие. Вы же тоже это видите? Ну что опять? Она... Что? Просто абсурд. Я разочарована, Венди. Не прерывай меня больше. Согласна. Продолжайте, а я сделаю бутерброд. Ты сказала... Что? Как она это делает? Ничего не понимаю. Пофиг. Ну, если уж Минди так можно, то я тоже могу перекусить. У меня тут были конфетки. Нашла. И что ты, по-твоему, делаешь? С едой на урок запрещено. Всего одна конфетка. Минди! Что ж, мне есть что сказать. Хватит срывать мне урок. Это так нечестно. Не знаю, как ты это делаешь. Я пытаюсь заниматься. Я сваливаю. О, не может быть! Люблю свежие смузи. Что? Это просто смешно. Как нечестно. Дыши. Это еще не конец. Я подожду. А, как освежающе. Что дальше? Урок окончен. Надо собираться. Пора идти. Интересно, что сегодня на обед. Так и есть хочется. Вот она. Шоу начинается. То, что нужно. Не так быстро. Что это такое было? Как тебе это с рук сошло? В смысле, у тебя там было столько еды? Хватит. Ладно, этого я не ожидала. Что? Что такое? Почему ты на меня так смотришь? Подержи. И надень мои очки. Что происходит? Вот так. А дай-ка мне это. А, нам нужно это. Не шевелись. Так, пойдем со мной. Садись. Ты точно в этом уверена? Поверь, это сработает. Похоже на прыщи. Только съедобные. Это то, что мне нужно. Как вкусно. Я знала, что тебе понравится. Видишь, сидеть рядом не так уж и плохо. О, учитель. Начнем? Спасибо, Минди. Ты лучше всех. Сегодня день рождения Венди. О, а вот и она. Привет, Минди. А колпак зачем? С днем рождения! Это для... Нам пора на урок. Ты вчера фильм смотрела? Подожди. И потом они пошли в заброшенный дом. И зачем это делать? Положу это в рюкзак Венди. Так страшно. Мне снились кошмары. Девочки, успокаивайтесь. Нам сегодня много надо успеть. За дело. Пс. Венди, что такое? Открой рюкзак. А? Рюкзак? Загляни в свой рюкзак. Скорее, там кое-что есть. А? Серьезно? Ладно, я сама. Сейчас. Загляни внутрь. Ого! Ты приготовила мне подарок? О, не стоило. Спасибо большое. Я знаю, что это твои любимые. Обожаю.
Это что, печенье? Ты забыла, что на уроке нельзя есть и пить? Давай это сюда. Но это подарок. Можем поделить. Это худший день рождения. Не расстраивайся, не страшно. Как вкусно. Надо будет купить еще одну упаковку. Она ест их прямо у нас на глазах? Что бы такого придумать? У меня есть аварийный запас печенья. Что? Что ты делаешь? Тише! Смотри! Мне нужно кое-что еще. Резинка для волос отлично подойдет. Что? Не понимаю. Откинься на спинку. Положим печенье тебе под юбку. И обвяжем его резинкой для волос. Чтобы оно никуда не делось. И так по всей длине юбки. Похоже на модные детали. Вот, готово. Что скажешь? Ого, потрясающе. Учитель ничего не заподозрит. Девочки, тише. Кажется, пора подкрепиться. Стянем резинку. И съедим печенье. А? Что это было? Я за вами слежу. Я знала, что это сработает. Эй, ты тоже заслуживаешь лакомства. Спасибо, подружка. Ты такая красавица. Эй, мои кирпичики. Оставлю леденец на потом. Что? Я проголодалась. Минутку. Леденец, он весь в грязи и волосах. Супер. Ах, так еще вкуснее. Я проголодалась. Минутку, леденец, он весь в грязи и волосах. Нет! Положи его немедленно! Отдай мне его! А? Это есть нельзя. Но он мой. Дай-ка я тебе кое-что покажу. Это будет нашим секретом, окей? Окей. Ты глазам своим не поверишь. Посмотри, это невероятно. Моя гордость и услада. В смысле, вторая по важности после тебя. Что это такое? Зацени. Никогда не видела ничего круче. Я хочу отдать это тебе. Правда? Береги его. Да, конечно, типа того. Ты отлично справляешься, дружок. Воспитание детей проще простого. Ах, ну и денек. Кажется, он никогда не кончится. Эй, погляди-ка. Ты когда-нибудь видела такую тетрадь? Она очень красочная и стильная. Что? Да, я знаю. Изумительно. Смотри, это я. Кажется, я влюбился. Очень мило, Брайан. А у меня только вот это. Обыкновенный блокнот. Что же мне делать? Постой, что это? О, какое убожество! Но вот что тебе нужно. Я поняла, Брайан. Серьезно, только взгляни на это. Тут есть змеи и все такое. Вау! Пожалуйста, иди отсюда. О, да ладно, взаправду. Приветик. Он такой надоедный. Минуту, мне нужны эти цветы. Прощай, мой старый скучный блокнот. Наклею на обложку единорога, а теперь добавлю цветок и приклею сверху скотч. Сделаю тоже по всей поверхности обложки. Эй, Брайан, погляди. Что? Нет, этого не может быть. Я глазам своим не верю. На нем цветы и единорог. Как это возможно? Привет, дети. Извините, я немного опоздала. Куда делись мои цветы? Они исчезли. Думаю, я могу объяснить. Они у меня. Ну да, я и сама могла бы догадаться. Ну уже, давай, еще немножко. Ох, и зачем я пошел в учителя? Наконец-то новый уровень. Энни! Ах! Положи телефон. Ты знаешь правила. Тут даже табличка есть. Извините, но я шла на новый рекорд. Я одобряю твое упорство, но никаких смартфонов в классе. Это так нечестно. Я все равно не сдамся. Секундочку. Это что, телефон? Энни! Ну все, хватит! Энни!
А вы тут давно стоите? Достаточно давно. Дай его сюда. Хорошо, возьмите. Получишь его обратно после урока. Вау, спасибо. Ох уж эти дети и их гаджеты. В наше время все было по-другому. Я поняла. Если ты уберешь телефон, ты хоть чему-то научишься. Итак, класс, внимание. Это так скучно. Я не шучу, Энни. Тоска зеленая. Правда, синий? Минуту. Возможно, он прав. Нужно взять блокнот, положим сверху лист картона, вырежем из центра листа квадрат и нанесем на этот кусок клей. Покроем клеем всю поверхность, затем приклеим сюда портрет синего. Вот так, аккуратно. А затем разрежем его на кусочки. Положим на блокнот еще один лист цветного картона. Поместим кусочки синего внутрь квадратного отверстия. Но вот это место оставим свободным. Это поможет скоротать время. Вышла занятная головоломка. Так здорово! Теперь чем ты там занята? Я вас внимательно слушаю. О, да, это очень увлекательный материал. Идея пришла мне во сне. Я думала, он никогда не замолкнет. Пора вновь заняться синим. В это можно играть весь день. Какой скучный день. О, привет, я пришла на тренировку. Отлично, вы помните правила спортзала? Никакой еды и питья. Извините, мне нужно проверить вашу сумку. Без проблем. Уверена, все будет в порядке. Это долго не займет. Оу. Что это? Конфеты? Серьезно? Здесь совсем немножко. Может быть, договоримся? Прочь отсюда. Но это уже слишком. Минуту. А что если... Этот ящик натолкнул меня на мысль. Думаю, это сработает. Я скоро вернусь. Да-да, все вы так говорите. Итак, возьмем кроссовку. И вот такой ножик. Вырезаем в подошве небольшое отверстие. Теперь берем спичечный коробок. Вынимаем спички и вставляем коробок в отверстие. Идеально подошло. Осталось наполнить коробок конфетами. Никто даже не догадается. Вон отсюда. Проверьте мою сумку. Не могу поверить такой наглости. Если опять найду конфеты, пеняйте на себя. Здесь нет ничего запрещенного. Как неловко получилось. Вот вам ключ от шкафчика. Хорошей тренировки. Спасибо. Начну с растяжки. Ах, как здорово. О, кто-то идет. Кажется, горизонт чист. Пора достать сладости. От упражнения у меня разыгрался аппетит. Я это заслужила? Блаженство. Так, на чем я остановилась? О, Брайан прислал мне такое милое сообщение. О, нет, сегодня тест. Дай мне телефон. И вот это. Вы серьезно? Я не отдам телефон. Ладно. Мой телефон слишком важен для меня. Что это за звук? Эй, мне нужна эта упаковка, извини. Но, как же так? Отчаянные времена, отчаянные меры. Очень надеюсь, что получится. Выливаем из упаковки сок и вырезаем в ней отверстие. Теперь наносим на чехол телефона двусторонний скотч и приклеиваем гаджет внутри упаковки. Берем питьевую соломинку и втыкаем ее в упаковку. Все готово. Извините, я опоздала. Садись, Эльза. О, так пить хочется. Хорошо, что у меня есть сок. Никто ничего не заподозрил. Я могу использовать калькулятор. Главное, чтобы этого не заметили. Мне нужно поставить 5 за хитрость. Все идет хорошо, я закончила. О, теперь можно попить. Думаю, я сдам этот тест. Я гений. Ого, эта вечеринка просто огонь. Вау, не так быстро. Это обязательно? Эй, правило есть правило. Контрабанду проносить нельзя. Что это? Так я и знала. Ты что, читать не умеешь? Никакой еды и напитков. Оу, я не заметила эту табличку. Мне пора. С тобой все нормально. Давай, я тебе помогу. Все окей, мне не нужно. Оу. Привет, ты такая красивая. У меня появилась идея. Думаю, мы еще увидимся. Надеюсь. Так, постой-ка. О, столько прыщей. Мне нужно проверить твою сумку. Пожалуйста. А каким средством для кошек ты пользуешься? Никаким. Моя кожа и так идеальна. Здесь ничего нет. Можешь проходить. Время зажигать. Пока-пока. Ее лицо. Вау. А
Она поверила. Теперь можно это снять. Ммм, как вкусно. Что ж, привет еще раз. Даже не надейся. Нужно столько всего выучить. Почему ты не занимаешься? Я занимаюсь своим телефоном. У меня нет на это времени. Что мне еще нужно повторить? Слишком много всего. Я не знаю, что делать. Эльза, почему ты совсем не волнуешься? Не понимаю. Расслабься. Расслабься? Завтра же экзамен. Я знаю. Нам нельзя получить двойки. Все под контролем. У меня есть безотказный план. Я проникну в школу под покровом темноты. Убедившись, что никого нет, я начну действовать. У меня под рукой будет все необходимое. Клейкая лента и шпаргалка. Я примусь за работу. Приклею ручку к нижней поверхности стола. Нужно все хорошо закрепить. Нельзя, чтобы она упала во время экзамена. А затем я вставлю шпаргалку вот так. Вуаля! Когда мне нужно будет найти ответ, я просто потяну за листок. Пятерка гарантирована. Идеальное преступление. Остается только вовремя убраться. Разве не круто? Что может пойти не так? Я могу и для тебя сделать шпаргалку. Нет. Ни за что. Как хочешь. Тогда сиди, зубри. Бу! Пока, неудачница. Мне не терпится написать этот тест. Нет. Это же моя парта. Удачи. Она тебе понадобится. Но, кажется, мне светит двойка. Такой большой выбор. Бабушка, привет. Давай, пойдем. Дай мне секундочку. Мне нужно взять поесть. Нет, это мы не берем. О, мое сердце разрывается. Сейчас начнутся слезы. Возьми банку, Эльза. А теперь пошли, а то пропустим начало фильма. Привет, надеюсь, мы не опоздали. Вы как раз вовремя, но мне нужно проверить сумку. Разумеется. Эй, что это? Не может быть, что такое? Еда и напитки запрещены. Дай это сюда. Ну вы и сильны, бабушка. Дай мне это, внучок. Не троньте меня. Мне очень жаль. Эта старая леди меня пугает. Вечно с тобой одно и то же, бабушка. Мне так хотелось посмотреть фильм. Прости, дорогая, у меня есть идея. Дай мне твои туфли. Что ты задумала? Как раз подойдет. Что все это значит? Я принесу вкусняшки в кинозал, клянусь. Для начала отломим у туфли каблук. А теперь приклеим на его место банку. Используем горячий клей. Подождем, пока он застынет. Вот, теперь можно надевать. Она опять за свое. Мам! Ну же, чего ты ждешь? Это мои туфли? Мы опаздываем. Быстрее, быстрее! Стоп! У нас нет с собой еды. Вот, смотрите. Мы просто хотим посмотреть кино. Давно я не была в кино. Это и впрямь необходимо. А ну, не тронь ее. Что, хочешь потанцевать? Вау, ну бабушка дает. Я знала с самого начала, между нами что-то есть. Получилось. А теперь время перекусить. Нужно снять туфли. Это была отличная идея. Не терпится попробовать. Ммм, чудесно пахнет. У меня есть все, что нужно. Уже слюнки текут. Ммм, вкуснятина. И просто завинчиваем крышку. Вау! Я так хочу познакомить тебя с моей мамой. Оу, фильм начинается. Мне пора. Надеюсь, Эльзе понравится. Вот так. А? Что это? Сюрприз? Правда? Для меня? Конечно, зацени. Нет, что ты делаешь? Погляди на табличку. Окей, расслабься. Я просто хотел сделать тебе приятное. Хм, попробуем другой способ. Я знаю, она будет довольна. Мне понадобится формочка для печенья. Берем аппетитные конфеты. Размер как раз подойдет. Но нужно добавить романтики. Тут нам поможет форма для печенья. Остатки возьму себе. Осторожно достаем заготовку из формочки. Смотрится хорошо, но мы еще не закончили. Вдавим в нее конец ручки. Прошу, сладкий вкусный леденец на палочке. И смотрится невероятно мило. Эй, Эльза! Что еще? Это для тебя. Постой, это леденец? Именно так. Надеюсь, учитель не заметит. Смотрится здорово. Ммм, красота. Спасибо большое. Только не говори никому. Это будет наш секрет. Вкусно и практично. Ух ты!
Такая полезная штука. Ну как, созвонимся сегодня? Да, я знал, что это поможет. Так есть хочется, а меня задержали после уроков. Сама виновата, не надо было опаздывать. Ну все, хватит, нужно поесть немедленно. У меня есть пакет печенья, там должно что-то остаться. Крошки тоже сойдут? Вот так, отправляйтесь в рот. Эй, это все? Гадство. Должно же быть еще что-то. Может, вот здесь? Да, так я и знала. Тут прилип кусок леденца. О, да. Это то, что мне нужно. Это было круто, но есть все еще хочется. Сэр, привет. Мистер учитель, можно мне в туалет? Ни в коем случае. Ты здесь в наказание. Но я уже все сделала. Глядите, сколько строчек написала. Этого мало. Продолжай. Он все время на меня смотрит. Что же делать? О, он отвлекся. Это мой шанс. Быстренько позвоню. Дэвид, меня оставили после уроков, и мне очень хочется есть. Помоги! Серьезно? Ты хочешь, чтобы я что-то придумал? Ха, пора заняться контрабандой. Хорошо, посмотрим. Учитель сидит за столом. О, боже, не может быть! Это Дэвид! Эй, я здесь! Привет, Мэдисон! Все под контролем, сейчас. Окей, у меня есть скейтборд. Нагрузим его вкусняшками. Нужно просто добавить скотч и приклеить пакеты к доске. Поместим сюда разные вкусности. Теперь надо спасти Мэдисон от голода. Хе, только зацените это, я такой умный! Хорошо, теперь поставлю скейт и направлю в ее сторону. Ничего себе, он послал мне свой скейтборд! Поймала! Ну, посмотрим, что тут. Да, он не подвел. Здесь столько вкусного. О, боже, как классно пахнет. Да, он ничего не заметил. Привет, вот мой электронный билет. Все в порядке, желаю приятного просмотра. Привет, вот мой билетик. Мне нужно посмотреть, что у вас в сумке. О, серьезно? Окей, вот, смотрите, это все, что у меня есть. Что? Все эти конфеты? Я их конфискую. Вредина. О, я просто делаю свою работу. О, этот охранник у всех конфискует еду. Может быть, есть способ его обмануть? Да, ну конечно, использую косметику, это всегда работает. Окей, сперва избавимся от самой косметики. Теперь возьмем пакет сока. Это мне точно пригодится. Наберем немного сока в этот шприц. Вот так, достаточно. И наполним соком контейнер из-под блеска для губ. Заполним эту штуку до самого верха. Готово! Осталось закрыть колпачком. Нужно завернуть получше, чтобы сок не пролился в сумке. Отлично! Он ни за что не догадается. Глядите, я могу смочить соком губы. Вкуснятина! Ну вот, пора идти смотреть кино. Стойте, я знаю, что вы проверяете сумки. Без проблем, сейчас сама все достану. Да, у меня куча вкусняшек, можете их забрать. Вот так, все, Педро, пока-пока. О, а это моя косметика. Ее ведь можно оставить, да? Это мне нужно для увлажнения губ. Мне нет никакого дела до косметики, проходи. Отлично, спасибо, всего вам доброго. Ха, странная она какая-то. Ура! Я пробралась в зал со своим соком. Кстати, мне не терпится его попробовать. А ну, постой! На вечеринку нельзя с едой и напитками. О, нет! Этого парня не пустили из-за еды. Но как же мне быть с конфетами? Они мне нужны. Съем все прямо сейчас. М-м, как вкусно! О, можно вот тут кое-что спрятать в рукавах и в носках. У-ху. Это должно сработать. Пора идти на вечеринку. Хм, посмотрим. У тебя есть с собой еда или напитки? Ты что, издеваешься? Я отлично вижу конфеты. Конфеты? Это просто часть моего гавайского костюма. Ну, конечно. Иди отсюда. О, почему он мне не поверил? Эй, секундочку. Может, мне поможет венок? Окей, разрежем его вот так. Хорошо, теперь начнем его разбирать. Прощайте, цветочки. Неплохо, это последний. Возьмем эту нитку от венка. Разложим ее прямо во всю длину. А сейчас время добавить конфеты. Разместим их вот таким образом. Круто! Сделаем так же по всей длине нитки. Тут столько вкусностей. М-м-м, подогнем концы вот так. Нужно, чтобы вышло похоже на ленты, надетые на нитку. Здорово! Добавим еще сладких полосок. Обожаю их!
И затем, разумеется, нужно вернуть на место цветы. Вот теперь у нас снова красивый венок. Кажется, смотрится хорошо. А ну-ка проверим. Да, получилась очень милая юбка. Я такая находчивая. Привет, теперь мне можно на вечеринку? Это снова ты. Поглядим как следует. Окей, все в порядке. Но сперва лимбо. Воу, давай, у тебя получится. Да, это было круто. Ничего себе, так трудно. Мне нужно подкрепиться конфетами. Он ничего не видит. Вкуснятина. Теперь мне хватит энергии, чтобы веселиться всю ночь. Вечеринка, вечеринка. Вот так, чай будет просто супер. О, а пока он заваривается... Эй, Дэвид! Что? Можно мне тоже что-нибудь попить? Пожалуйста. О, ладно, без проблем. Ага, тут есть смесь для горячего шоколада. Конфеты, обожаю их. Да, возьмем вот это. Эй, в чем дело? Ты съела все конфеты. А ну отдай это немедленно. Я серьезно. Давай сюда быстро. Я не шучу. Ты меня просто достала. Но конфета... Ладно, бери, если тебе это так важно. Да, спасибо, Дэвид. Ну, славно, теперь у меня нет конфет. Хорошо, ее нигде не видно. Можно попробовать. Заберу пакет мармеладок, который здесь спрятан. Да, я так люблю эти штуки. Привет, Дэвид, можно и мне немного? Пожалуйста. Да забирай весь пакет. Она его забрала, но это часть моего плана. Пока она ест мармеладки, я открою еще один тайник. Я взял тюбик и выдавил всю зубную пасту. О, так красиво! Окей, тюбик пустой. Избавимся от пасты. А теперь возьмем мармеладных червяков. Просунем их в тюбик, они отлично поместятся. Осталось только завернуть крышку. Готово! Теперь у меня всегда под рукой любимые мармеладки. Да, не терпится их попробовать. Так вкусно! О, что-то мне есть захотелось. Постой, мой карандаш. Что, если бы это была конфета? Да, сейчас съем все без остатка. А? Что он там такое делает? Дэвид, хватит. А? Что, хочешь? Ты мне карандаш грызть предлагаешь? Карандаш? О, ну да, я только представил, что это еда. О, Дэвид, вот погляди, что нужно делать с карандашами. Для начала берем шоколад. Помещаем на ложку и включаем фен. Ждем, пока шоколад растает, а потом берем карандаш. Без труда вынимаем ластик и надеваем небольшую трубку вот так, чтобы можно было налить внутрь горячий шоколад. О, разве не здорово? Чудесно! Теперь дайте ему застыть. Та-да! Прекрасный шоколадный ластик. Тебе все понятно? Вот, можешь взять это. Воу, спасибо, Мэдисон, ты супер! Как вкусно! То, что мне нужно! Дэвид, нет! Стой! Там дальше обычный шоколад! О, точно! Я опять забыл! Извини! Вау! Это просто невероятно! Пау, пау, пау! Не шуми, папа читает. Так здорово! Он большой, он маленький, он большой! О, у меня есть идея, залезай туда! Мне уже скучно. Где мой леденец? Это будет вкусно! А? Погодите. Я люблю леденцы. Брайан, нет! Не делай этого! Положи леденец на место! Прекрати, я серьезно! Что случилось? Почему? Почему ты так смотришь на меня? Дай сюда! Немедленно! Что? Что только что произошло? Ой, мой леденец пропал. Его нельзя есть. Но я хочу. Он мой. Посмотри на него. Он весь в волосах. Фу, гадость. Нужно чаще пылесосить ковер. Фу, я знаю, что делать. Тебе нужен этот малыш. Он пришел из будущего, чтобы спасать леденцы. Видишь, теперь леденец в безопасности. Он отлично справляется со своей работой. Вот, держи. Вау, это мне? Он забавный. О, клубничный вкус. Здорово, папа. Я чувствую себя потрясающе. Все победители. О, очень стильно, папа. Я хочу еще.
Это будет так вкусно. Я должен ответить на звонок. Здравствуйте. Да, дайте мне секунду. О, нет. Вау, это потрясающе. Посмотри, какая у меня шляпа. Зажигаем. Бам-бам-бам. Это не больно. Я им перезвоню. Подожди. Не обращайте на меня внимания. А это я возьму. Стой, вор! Все в порядке, не плачь. Отлично. Я положу лист на стол. И мне понадобится это. О, это была моя корона. Сначала я обведу основание миски. Всегда хотел быть художником. Хорошо. Теперь мне понадобится ложка. Я сделаю с ней то же самое. Торопиться не нужно. Не хочу ошибиться. Наконец, я нарисую контур вилки и чашки. Теперь мне нужно их подписать. Буквы должны быть красивыми и большими. Здесь будет тарелка. Что дальше? А, чашка. Мне нравится. Теперь настала очередь ложки. Жаль, что я не додумался до этого раньше. Так ведь гораздо проще. Хорошо, думаю, все готово. Что такое? Это головоломка для тебя. Нужно подобрать необходимые предметы. Вау, смотри. Думаю, ложка должна быть здесь. А я как раз искал вилку. Я справился? Ого, спасибо, папа. Подожди, еще кое-что. Тебе это точно понадобится? Что? Сделай вид, что ты ничего не видел. Мне просто очень нравится эта вилка. Я положу ее сюда. Что же мне делать, а? С тобой не соскучишься.